YouTube subscribers. Do you remember my YouTube channel? Yeah. So greet my subscribers then. Hello. Thank you. В общем, ребят, без преувеличения можно сказать, что Эми является моей филиппинской мамой, как бы это не звучало странно для кого-то или еще как-то. То есть у нас выстроились очень хорошие, теплые, добрые отношения. Мы друга знаем уже порядка 11 месяцев, уже около календарного года. Вот. Я здесь ем, если у меня возникают какие-то вопросы или трудности, то есть или даже мне надо просто совет фингерхард, как вы видите. Я уже все знаю. То есть я прихожу как кэм, могу с ним посоветоваться, всегда помогу советом. Там, если какие-то особенности филиппинского менталитета, мне надо что-то понять и чисто так подкорректироваться или свериться. То есть как бы она всегда сделает легкий экскурс как бы, в плане, в культурном плане, там, как бы, и так далее. Беспристрастный как бы, к другим людям, она как бы сделает, расскажет все по чесноку, по-настоящему. Вот мой завтрак меня уже ожидает. Здесь, значит, фруктовый салат. Он делает мне фруктовый салат по утрам, он стоит мне 150 песо, это я сразу вам скажу, это $3 стоит вот такой салат. Что касательно этого кафе, по ценам я вам сразу покажу, вот блюдо, филиппинское блюдо, очень популярное, пор сиси, короче, сисик из свиньи, внутри будет яйцо, как вы видите, жареная свинья, рядом, я забыл, личи, или как они называются, короче, маленькие вот эти такие, как лимончики. Потом сквит это этот, кальмар, по-моему. Кальмар тоже 250, гамбас 350. В общем, все делите на 50, это будет количество вот этого доллара. Получается $5, $7 и такой же самый сэндвич получается на бангар, да? Короткий ордер. Вот за 85 песо, делите на 70, получается доллар, полтора доллара, наверное. Ага. За $1.50, то есть вот могу взять вот такой вот рис, будет там сосисечка, либо бекончик. Потом что еще? А вообще может она готовить как бы всякие вот такие моменты. Лапу-лапу, моя любимая, кстати, рыба, она без костей и очень классное такое мягкое мясо, оно никогда не бывает. Я ни разу не ел лапу-лапу, чтобы оно было жесткое и сухое. Бывает, знаете, такая рыба, как башмак ее готовит, вот от ботинка, вообще никакая. То есть резиновая какая-то жесткая. Наружно я часто ем вот такую тему, и берет она с меня в зависимости там, от веса, ну тоже порядка $5, от 5 до 8, там варьируется от размера креветки, бывает просто большая, там как. See how many things can be done, guys, in 3 minutes? Alright, thank you so much for watching, we'll see you next time. Короче, фрукты.